В этом году День учителя в первой школе прошел с особым размахом. Поздравления для наставников звучали также и от учеников 8-й школы имени Матвеева, где сейчас проходит капитальный ремонт. Праздничный концерт и теплые слова своим учителям адресовали десятки ребят. Месяц всего на то, чтобы сплотить два таких разных интересных коллектива, причем с разными направлениями здесь. И общеобразовательная школа, и военно-патриотическое направление. Но благодаря нашим коллегам, учителям, администрации, специалистам обеих школ, нашему школьному управленческому совету, это все удалось. И я еще раз говорю, сегодня твердая пятерка. С начала сентября ученики этих двух школ активно участвуют в совместных проектах. И концерт ко Дню Учителя стал одним из них. По словам ребят, это интересный опыт, который помог им приобрести новых друзей. В первую очередь, для нас это новое место. И мы все были очень взволнованы парламентом, ведь что мы будем делать? Мы не в стенах собственной школы. И, конечно, первая мысль была объединить парламенты. В первую очередь, легче и нам, легче и ребятам. Мы сразу же поняли, что мы будем дружить с 8-й школой. У нас много планов на самые важные даты, предстоящие в этом учебном году. И мы уже неоднократно собирались, чтобы обговорить их. Школьники показали вокальные и танцевальные номера, театральные сценки. А изюминкой праздника стало выступление ребят из кадетского класса 8-й школы. Они показали свои навыки владения оружием. Ребята читали стихи, пели песни. Все для того, чтобы поздравить с праздником тех, кто каждый день помогает им открывать двери в мир знаний. Главное, мы увидели, что мы едины, а едины непобедимы. Вот это самый главный такой наш девиз. В общем, слава богу, у наших детей все хорошо. Дети у нас талантливые, поэтому тут сроки, по-моему, не очень большие были подготовки. Главное, они нас любят, а мы любим их. Такие творческие номера – начало большой совместной дружбы. Ребята уже продумывают новые проекты и выступления, которые позволяют сплотиться и показать все таланты учителям. С Днем Учителя! Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.